Студия «Новаком» и фирма «Ньютон» представляют. Юрий Стоянов и Илья Олейников в программе «Городок». Добрый вечер, дамы и господа. Что, какой вечер? Стоп, сейчас же день. Ну что? Не-не-не, стоп, стоп. У нас когда передача выходит? Ну вечер, ну какая разница, ну? На всякий случай. Лучше сказать просто. Просто здравствуйте, на всякий случай. Ну хорошо. И добрый вечер. Да. Давай. Здравствуйте, дамы и господа. Хорошо, сейчас. Вот такой у нас городок сегодня. Спортивный. Ух. Почему сегодня? Сегодня он всегда был таким, наш городок. Всегда. Очень хорошо сказал. Я понял. Очень хорошо. Угу. Здорово, Петя. Харидо. Ходю. Дома-дома. Хай-хай. Ходю. Эй, господи, ну... Вот епошка какая. Ну ты, Петька, у тебя что? В Токио такая же была? Удю, Йоко, Петя. Хай-хай. Удю, Акигабара. Удю, Хадима. Да, не, ну это понятно. Это понятно. А вот что такое в Японии, Петька? Карате. Карате, что тут? Карате? Да. Удю, дома-дома. Василий Иванович. Так вот, карате – это то же самое, только рукой. Алло! Да? Алло, это телефон 444-444-444-444? Да? 444-444? 4-4 и 4-4. Это ваш спорткомитет беспокоит. Вы не могли бы вызвать скорую помощь? А что случилось? У меня палец в диске застрял. Ребят, чего руки не сделал? А я вчера на тренировке руку вывихнул. Руку вывихнул? Садись, два. Фомина. Ну, а у тебя что произошло? А у нас вчера кросс тяжелый был. Когда уроки не сделал? Да. Садись, два поменял. Сидоров. Сидоров! Сидоров! Ну что опять случилось? Ну что случилось, я спрашиваю? Ну, у меня вчера... Братан, боксер, из тюрьмы вернулся. А ты меня, Сидоров, своим братом боксером не пугай, понял? А я не пугаю. Я тебе говорю, не пугай меня своим братом боксером! Не испугай его, понял? Сидись! Сидите! Стадионом живете? Да. Да? Да. Да.
Поедание Сникерса подбирает уйму сил. Потом очень тяжело восстанавливаться. Поэтому, господа, умоляю, срочно скупите весь этот Сникерс, кедрень и пень. Только тогда вы больше никогда не увидите ни меня, ни этой рекламы. Городок. Ребята! Да здесь я, здесь! Где ты? Тут! Что ты мне не нравишься сегодня? Да, побегай вот так, как я понравишься. А что ты бледный такой? Вот бледнёшь, что ты можешь помедленнее ехать? Нет, давай ты быстрее. Нет, давай ты помедленнее. Ну, давай ты быстрее. Всё. Всё, всё. Тормози! Приехали.
Я математик. Я все привык считать. Первого числа я купил трехлитровую банку пива, к ней подсел 5 градусов. И все это дело я положил в холодильник. 20 числа я вытащил пиво из холодильника. Причем пиво перебродило и достигло крепости 40 градусов. А я выпил его 35 градусов за 20 дней. По-моему, неплохо. По-моему, тоже. АО на 3 буквы. Кутузовский проспект, квартира Леонида Ильича Брежнева. Генеральный секретарь работал в своем домашнем кабинете. Удар! Ну что ты делаешь? Товарищ сосед, нельзя ли позиция? Шайбу! Шайбу! Дадут тебя! Шайбу! Вы мешаете работать! Мондельно, хорошо. Да что такое в конце концов? Шайбу! Шайбу! Алло! КГБ мне, а? Шайбу! Шайбу! Ну, чуть-чуть! Ну! Ну, чуть-чуть! Ну! Давай! Все! Гол! Молодцы, да. Молодцы. Леонид Ильич Брежнев и спорт. Всемирная история. Сберкасса номер 2. Thank you.
Здравствуйте. В эфире программа «200», специальный спортивный выпуск. В нашем городке проходит турнир по гимнастике, и об этом наш первый репортаж. Дорогие телезрители, нам разрешили поприсутствовать на контрольном взвешивании финалисток международного турнира нашего городка. Надо сказать, что взвешивание будет происходить на уникальных японских весах, а уникальность этих весов заключается в том, что эти японские весы говорящие. Давайте посмотрим на эту интересную процедуру. Барбара Полонська, Варшава. 44 килограмма, 150 грамма. Анжела Митчелл, Чикаго. 39 килограмма, 257 грамма. Лариса Перепчук, Городок. Почему сразу две девушки? Одна, сойдите, пожалуйста. И в заключении о погоде. Буквально два слова. Погода фуфло. Кто сказал, что перевелись наивные и доверчивые люди? В нашем городке не разучились верить в чудеса, например, космической техники. Съемочная группа скрытой камеры вместе с Ильей Олейниковым спряталась в 30 метрах от временно пустующего постамента. Но свято место пусто не бывает. В преддверии игр доброй неволи. Так? Я знаю, да. Знаете, что такие игры доброй неволи? Здесь будет проходить. В преддверии этих игр делается суперснимок. Что мне делать? Аэрофотокосмическая съемка. Что снимок производится из космоса. Что мне делать? Значит, я понял. Без 5-6 бибикнет машина. Как только моя машина, как только она бибикнет, так, это значит, что мы связались с космосом. С центром управления полетами, с ЦУПом. В это время они производят снимок. Как ни странно, снимок будет очень крупный, несмотря на то, что это из космоса. Ну, 20 век. Мне как? Как хотите, да. Вот да. Так. Сегодня будет попытка записать еще звук беспрецедентный. Поэтому можно... Я могу что-нибудь сказать? Да. Послание космосу, можно сказать. Без 5-6. Откуда будет это самое? А? Отсюда будет, да? Оттуда будет снимок. Пока наш герой, волнуясь, репетирует свое послание космосу, напоминаем зрителям, что его связь с этим самым космосом начнется сразу же после того, как два раза бибикнет машина. Спорт есть молодость. Спорт есть молодость. Отойди, пожалуйста. Я тебе говорю, ну отойди, потому что все надо так. Ну, не просто так делать. Ну, я тебе говорю, раз так надо, отойди, просто мешаешь. Не уплываю, бля.
сижу, смотрят, как дураки. Великий русский народ. Да, вот этого мы никак не ожидали. Кажется, впервые прикололи нас самих. Наш неизвестный друг, спасибо тебе от Центра управления полетами нашего городка. Устал, потому что. Ой, а я как устал. Ты до чего? Ты чё? Какую передачу бабахал? Спонсор программы «Городок» фирма «Ньютон», Санкт-Петербург.